Встреча с писателем. В городской библиотеке имени журнала «Смена» уральский писатель Дмитрий Кириллов представил свои произведения новоуренгойскому читателю. Четыре книги, написанные для детей разного возраста, положены в основу двух писательских циклов. «Возвращение уральской сказки», трилогия о Синегории и «Сказы Седого Урала». Встречу с автором организовало городское литературно-художественное объединение. С продолжателем «Дело Бажова» встретилась Надежда Печоркина и Роман Чернов. По телефону с новоуренгойскими читателями говорит Надежда Ивановна Бажова, племянница великого писателя, хранитель его творческого наследия. Казалось, у произведений, ставших классикой, продолжения уже не будет. Но авторский дар Дмитрия Кириллова раскрылся именно в сказаниях о Седом Урале. Желание написать детскую книгу пришло после работы с беспризорными детьми. До этого Кириллов был уже состоявшимся поэтом и решил, сказку напишет запросто. Все оказалось гораздо сложнее. Вот я книгу писал почти полтора года. Писал, переписывал. Пока я не научился смотреть на мир глазами детей. Мы в траве нашли жука страшного, богатого. Испугались мы чуть-чуть, потому что жуть. Он смотрел на нос в опорку, как на узурпатора. Он был занят, но мы играли ему. Широко раскрытыми детскими глазами видит мир Оксана Востроокнутова, председатель клуба авторской песни «Седьмой материк». На встрече с писателем звучат песни для детей и стихи в их исполнении. Чтобы новое поколение не отходило от родных корней, взялся за перо Дмитрий Кириллов. Его книги, как в прежние времена, сначала рождаются в рукописном варианте. Когда набираешь текст на компьютере, теряешь мысль, самое главное. И поэтому я работаю, у меня блокнотики специальные, и я записываю по каждой книге. Потом все это у меня редактор переводит в вордовский макет. Однажды он ужаснулся тому, что читают и смотрят наши дети. И предложил новому поколению новые книги. Яркие, увлекательные, основанные на местном материале. Книги, в которых действуют не герои непонятного рода племени, а те, кто жил на уральской земле несколько столетий назад. Книги заслужили хорошие отзывы на родине Дмитрия Юрьевича и в Салехарде. Теперь их предстоит открыть новоуренгойцам. Пора, поскольку написаны произведения именно здесь. Уже 16 лет Дмитрий Кириллов приезжает сюда на работу и здесь пишет новые истории, у которых обязательно будет продолжение. Надежда Печоркина, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».